Иван Никитин, баллада о Мамаевом побоище, читает Хоменко Богдан. Уж как был богатырь Илья Муромец, сидел седнем Илья ровно 30 лет, на тугой лук стрелы не накладывал, богатырской руки не показывал, как проведал он тут, долго сидячи, о лихом соловье, о разбойнике, снарядил в путь коня, его первый скок был 5 верст, а другой пропал из виду. По коню был седок, князю в Киевград, он привез соловья в тараках живьем. Вот таков-то народ Руси-матушки, он без нужды не вдруг с места тронется. Не привык богатырь силой хвастаться, щеголять удальством, умом разумом. Уж за то, кто на брань сам напросится, за живое его тронет не в пору. Эх, родимая мать, Русь-кормилица, много видела ты нужды с молоду, часто злыми людьми насмерть билася. Видишь, тучи несут гром и молнию, при морях города загораются, все друзья твои врозь просыпались. Ты одна под грозой, стой, Русь-матушка, не дадут тебе пасть дети-соколы. Встань, послушай их клич, да порадуйся, для тебя все добро, платье ценное, наших жен, кровь и жизнь, все для матери. Пронесет Бог грозу, взглянет солнышко, шире прежнего Русь, ты раскинешься, будет имя твое людям памятно, пока миру стоять, Богом сужено.